Самое главное в ресторанном бизнесе – это наша атмосфера, это наш сервис. У меня три заведения. Это винный шкаф, это винный бар, пересмешник, более гастрономический бар и айоваска. Ну, айоваска у нас больше про музыку. Вообще ресторанным бизнесом я занимаюсь около 15 лет. Я вообще горжусь своей работой. Это то, что я умею. У меня отличная команда. Мы научили людей культуре вина. Я очень люблю свой город и хочу, чтобы мой город развивался. И для этого мне очень важно создавать именно атмосферные, концептуальные места. Сейчас в бизнесе я не знаю, что происходит. Рестораны теряют 70% выручки, это 100%. Наши гости очень поддались панике, они очень переживают, они реально остаются дома. Моя выручка упала на 70-80%. Ко мне подошла позавчера моя управляющая и говорит: я все понимаю, мне не нужна зарплата, я буду работать просто так. Это, мне кажется, дорогого стоит. Мои сотрудники готовы трансформироваться, перевоплощаться. Мы понимаем, что все, рестораны умирают. Мы начали заниматься доставкой. Все сотрудники выразили желание. Мы будем ходить, мы будем относить. Не проблема. Маркетолог ты, управляющий, официант, бармен, неважно. Мы все стали курьерами. Я вообще ничего не боюсь. То, что я боюсь, единственное, это потерять свою команду. Моя команда, это для меня, это мое сердце. Вот именно за нее и я борюсь. Но мы не сдаемся. Думайте, перестраивайтесь. Так, как было, уже не будет. Нужно ломать себя, просто идти вперед. Идти вперед и показывать своей команде пример.